2, 3, 4. Привет, ребят, это дневник Три Лимона KZ. На календаре 30 апреля и подошел к концу первый этап нашего конкурса. Мы выбрали самые лучшие пары, которые проявили наибольший креатив. Теперь их ждет новое задание. Каким же будет это задание, мы расскажем немного позже. А пока предлагаю вам познакомиться с нашими лучшими парами. Добрый день, мы Гульнара и Амир, и мы участники конкурса «Три лимона». Ну, мы считаем, что на самом деле все пары достойны победы, все ведь друг друга любят, и все наверняка очень тепло относятся друг к другу, но, тем не менее, все решит именно настоящее искреннее желание победить в конкурсе, и я думаю, мы постараемся проявить побольше усилий, чем все остальные пары, чтобы приз стал нашим. Свадьба – дело непростое, и если уже собрана действительно хорошая команда, чьи услуги будут очень оценены, то это станет для нас очень большой опорой. И мы будем надеяться, что мы победим. Вот, а организаторам хотим пожелать процветания. В свою очередь постараемся сделать все возможное, чтобы разрекламировать их. Да, все-таки дело такое, хорошее. Меня зовут Дасымбеков Алмаз. Это моя будущая супруга, Байтугула Зарина. О проекте, что мы можем сказать? Мы узнали о нем в последний момент. Ну и решили поучаствовать. Почему наша пара достойна победы? Первое – это креативность. А второе – мы позитивные, очень позитивные люди. Позитив – это наш смысл. Я думаю, что не стоит унывать, даже если кто-то проиграет. Дело вовсе не в победе. Как говорится, главное не победа, главное участие. Знаете, проект очень хороший. Я думаю, у него большое будущее будет. Я надеюсь на это. Потому что это действительно дает большой толчок всем парам, всем людям, которые на данный момент решили связать свои связи узами брака. Что можно рассказать о нем? Желаю вам удачи, ребята. Это очень хороший проект. Три лимона KZ. Нас зовут Дамир, Йо, Жазира. Мы в этом году собираемся жениться, и мы узнали об этом проекте с Инстаграма. Был сделан репост, девушка отправила мне этот репост, и я не смог отказаться, не смог закрыть на это глаза, и мы приняли участие. Да. Почему мы должны выиграть этот проект? Потому что мы веселые, жизнерадостные люди, которые идем рука об руку вместе. Уникальность нашей свадьбы заключается в оформлении самого зала. Это будет в небесно-голубых тонах, чтобы каждый приглашенный гость чувствовал себя как в сказке, чтобы эта сказка была для него явью. Меня зовут Азамат, моя любимая Нургуль. Мы узнали, как узнали? Я узнал об этом проекте от своей любимой. И мы решили вместе участвовать, решили побеждать. Хороший проект, поддерживает для молодежи. Это очень, в принципе, хорошая работа вы делаете. И нам интересно участвовать в этом проекте. А почему мы должны выиграть в этом проекте? Не знаю, мы познакомились необычно. На радиоволне я ехал утром, случайно услышал голос любимой. В итоге я встретил ее и, можно сказать, влюбился с первого взгляда. И вот мы вместе теперь. Я этому очень рад. И мы хотим выиграть. Мы очень романтичная, нежная, нежной натуры. И такой проект подстать, думаю, нам. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Алексей. Мою невесту зовут Ольга. Ее сейчас, к сожалению, нет со мной, потому что она сегодня на работе. Ну, надеюсь, она не сильно расстроится из-за этого. Мы очень сильно любим друг друга, надеемся, что выиграем в этом конкурсе, поскольку мы очень сильно хотим жениться как можно скорее. О проекте я не знаю, я узнал своей невесты, а откуда узнала моя невеста, я уже не знаю. Я так понимаю, что она готова пойти на все ради того, чтобы выйти за меня замуж, поэтому она... Я не удивлен, что она о нем узнала, наверное, одна из первых. Всем привет, меня зовут Юлия, моего избранника зовут Борис. Наша пара... Она пара влюбленных. Эта пара такая прям прекрасная, красивая. Действительно, мы встречаемся уже 2 года, и на протяжении этих 2 лет мы с
столько многого узнали друг о друге. Мы много путешествуем, в частности я, конечно, потому что я менеджер по туризму. Вот. А так как его нет на встрече, он просто госслужащий. Поэтому вот так вот сложно с временем у госслужащих. Конечно, мы планируем свадьбу, планируем в этом году, в сентябре месяце. Я думаю, это будет действительно свадьба мечты. Я думаю, ничто не разрушит нашу мечту, наше семейное счастье. Я думаю, что мы будем рядом вместе, как бы в одну ногу шагать. Узнали мы о проекте из социальных сетей. Я ярая подписчица Жасутау, журнала Жасутау, и, конечно же, свадебного салона «Свадебный рай». Поэтому я уже до этого участвовала в конкурсе. Этот конкурс назывался «Война невест», и я победила в этом конкурсе. Наша пара, она действительно заслуживает этого. Наша пара, мы настроены на серьезные отношения, мы настроены на семью. Мы креативные, я танцую, я пою. Со мной будет очень весело. Главное в этой жизни любовь, она у нас есть. Поэтому любите друг друга. Меня зовут Бахчан, я являюсь участником проекта «Три лимона KZ» со своей парой Жулдуз. Я считаю, что мы должны победить в этом проекте не только из-за того, что мы любим друг друга и ценим, а для того, чтобы сыграть реально нашу свадьбу мечты. У нас пара, Роман и Розалия. Мой любимый сейчас отсутствует, к сожалению, потому что у него напряженная работа, даже на обеде не бывают встречи. Узнала я об этом проекте из Инстаграма. Инстаграм. Я совершенно недавно там зарегистрировалась, но, тем не менее, это очень много полезной информации. Но анкету мы загрузили в последний момент практически, потому что сначала я посмотрела, думаю, да нет, скорее всего, там все куплено. У меня такая, как обычно у нас бывают конкурсы, сразу с таким недоверием. Но потом посмотрела, очень много людей стали участвовать, и люди как бы обычные люди, такие же, как я, такие же, как мы. И поэтому я решила попытать удачу, попытаться, потому что еще к тому же я была под номером 37. Это мое счастливое число. Вот. А победить должны именно мы, потому что мы уже очень давно встречаемся, мы давно хотим пожениться, мы друг друга очень любим, мы очень красивая пара, могу сказать. Как я уже писала, мы оба имена у нас на букву «Р», названы нас в честь бабушки и дедушки, мы оба по знаку зодиака Водолея, очень много таких приятных совпадений. Вот. Мы очень друг друга любим, хотели бы победить в этом состязании, и потом будем рассказывать нашим детишкам о наших достижениях и что вот мы такие удачливые у них родители. Дорогие друзья, мы познакомились с парами, участниками полуфинального этапа. А сейчас давайте узнаем, какое же задание мы приготовили для пар. Итак, задание для того, чтобы выбрать тройку финалистов, очень простое и легкое. Нет никаких ограничений. У них ровно 7 дней для того, чтобы сделать 15-секундное видео, которое отразит всю их уникальность и заслуженность победы в проекте «Три лимона KZ». Есть лишь ограничение 7 дней и 15 секунд по времени.